Я логически предположил, что эти демоны окажутся неадекватны перед лицом твоей стратегии. Призвать и убить. Призвать и убить. Как-то оно непоследовательно. Неужто разумом пришлось платить за силу? Люди, они упрямы и глупы. Они должны увидеть ад воочию, чтобы принять и восхвалить их бога. Как иронично, ты не находишь? Ха! Я нахожу, что ты мне надоел. Я пришел, чтобы вернуть то, что по праву мое. Ямато! Вот зачем ты пришел! И вот почему я стою на твоем пути! Ты споткнешься, попытавшись преградить мне путь. Но я не против. Ибо в драке такие сумасшедшие противники, как ты, много лучше пустоты. Возможно такое различие между нами? Ты отказался от всего человеческого, вот и все. Но ты же не человек. Так почему я ниже тебя? Ты считаешь людей слабаками. Понятное дело, их тела физически слабее, чем у демонов. Но есть у людей нечто, что демонам недоступно. Что? Что? Это чего нет у демонов? Жалься над ученым, прошу тебя! Скажи! Скажи! Нет! Если ты собираешься продолжить свои исследования после смерти... Нет! Вот тебе домашнее задание. Немая сцена. Занавес.
Да, я знаю, это великий памятник культуры, но он вреден для общества. Ты вернул его? Один меч есть. Остался один. Может, тебе помочь? Лучше помоги остальным. Убери их отсюда как можно дальше. Ладно. Они вид портили. Ну что, драться будем или как? Ты прошел такой путь, чтобы сразиться со мной. Тебе не коснуться силы Спасителя. О, да у тебя куча комплексов. Слушай, ты вообще побереги себя. Шея заболит все время сверху вниз смотреть. Молчать! Что нужно, чтобы ты вел себя как подобает? Смерть, например. Ну что? Сдаваться будем или как? Говори, что хочешь. Тебе не победить! Настоящий внутри, значит. Похоже, с этим уродцем придется мне разбираться. Yeah!